третьей серии сериала «Шеф. Возвращение», которая называется «Затишье перед бурей», вы узнаете о том, как Расторгуев забирает Васькова с собой на работу. Ветров. Некрасов сообщает Расторгуеву, что в день захвата заложника в банке Васьков написал рапорт об увольнении, но никому во время проверки по факту применения оружия об этом не сообщил. Некрасов решает узнать причину такого странного поведения. В Ветрове Расторгуева и Васькова встречает старый знакомый, шефа, бывший сотрудник таможни, Миша Коплевич. Он вводит их в курс дела. Какой-то наркоман 3 дня подряд нападает на девушек вечером. Акробат приказывает своему помощнику убить Ронина, после того, как он выполнит его незамедлительное поручение. Леша Саруханову, в отдел которого определен Васьков, не нравится поведение нового опера, наглого и безбашенного. Видео с его дракой на парковке оказывается у Зарецкой. Она требует у Расторгуева объяснений. Расторгуев сообщает, что на нее готовится покушение. Местное ФСБ готовит ловушку для Ронина, а Зарецкую отправляет при этом в Питер.